Всем привет, с вами Кай, и сегодня у нас опять новый турнир. Не устаю вас удивлять, конечно, постоянно такие соревновательные матчи. Мне больше так интересно, чем снимать какую-то однотонную парашу, на самом деле. Вот типа, собери, не собери, открой, не открой. Мне больше нравятся эмоции, соревноваться и так дальше. Сегодня мы играем в КММФ, то есть Кубок Молодежных Мобильных Фиферов. Я не знаю, тяжелое название, но, короче, против меня сегодня Форс с командой Милан. Состав у него 98 ОВР. Неплохие карточки: Райка, Дейдорф, Неста, Тамори, Маньян, Эрнандес, Флоренси, Пулишич, Шева, нихуя себе, Шевченко и Рональдиньо. Ну, в принципе, неплохо. Наш регламент вы узнаете там в описании. Будет ссылка на мой телеграм-канал, где как раз таки идет розыгрыш, ебанутый. Причем розыгрыш, там очень много вы можете получить. Вот мой состав: Атлетико де Мадрид. Сотый, Сёрлот, Пабло Барриос, Де Пау, Гризман, Коки, Маркос Лоренте, Рейнлидо. А Аспиликуэта это Хименес, Малина, в защите полный просто провал. На замене Симеона и Самуэль Лина. И на воротах, конечно же, Облак. Не, это сильно, конечно, играет с двумя базовыми картами в составе. Просто против типа, у которого состав полмиллиарда стоит. Че, и не таких выигрывали. Очень давно в FIFA не заходил, на самом деле. Начал тренироваться больше. Ой, как лагает, боже ты мой. Сёрлот. Сёрлот сюда. Гризи. Гризи делает грязь. Мяч убивается. Коки. Барриос. Барриос мяч почти остановил. Зейдорф. Если этот тип, мой бразилец. Ой, блядь, пиздец мне все. Нет. Выше ворот бьет. Дает им шанс. Шанс. Вижу, что Роналдини бежит к нам. Сразу за шиворот ему. Опа. Ушел. Пас наперед. Пас на Сёрлота. Очень интересно, как дошел мяч. Штрафной. Замечательно. Так, можно будет что-нибудь исполнить. Исполнить в плане вот такого. Пас сюда. Сразу же уходим сюда. Точный удар. Ладно, перед матчем. Ничего страшного. Ой, ой, Сёрлот. Сёрлот, ладно. Пытался добороться, не смог. Мы не используем типов, которые только что перешли. Так, Де Пауль. Гризман. Ниже опускается Сёрлот. Коки. Коки удар и с F5 Маньяна. Конечно, да. Удары у нас сегодня не идут, но они хотя бы есть. Это уже радует. Маркос Лоренте. Коки. Коки в центр. Так, Шева. Шеву нельзя пускать. Роналдини улетает нахер в эту стратосферу. Не Сёрлот. Сёрлот не может отобрать мяч. Деполь. Де Пауль. Ой, ушел. Сейв моего вратаря. Плохой удар очень. Ребята, пока что везет. Пока что везет. Так, его вбрасывание. Вбрасывает на Пулишича. Пулишич проходит. Но не так уж и далеко он прошел, сколько мог. Не прошел у меня пас, который я нажимал. Так, Коки. Малина. Где земляника, ребят? Так, ладно, первый окончается. Чем у нас тут по выносливости? У всех вроде норм. Бамс. Ой-ой-ой. Ну ладно, я думал, Кикофна залетит. Кикофна чуть-чуть не прошла. Ой, Роналдини. Делает финт. Коки. Но нет. Нет. Перебор. Перебор. Слишком сильный пас получился. Хименесу, моему обычному Хименесу с очень сильными рангами. Не знаю, кстати, будет ли так это плюсом. Так, штрафной в мою пользу, естественно. Работаем только на штрафных. Сюда. Коки. Ой, как прокинул. Очень плохо. Одного прокинул, второй. Малина. Малина хавает. Хотя обычно малину хавают. Так, пас далеко, далеко. Пас был, чтобы просто выбить. Коки, Де Пауль, Сёрлот, Неста его опережает. В центре распасовочка у нас идет такая небольшая. Сёрлот, вижу, стягивается под мяч. Ой, Маркос Лоренте, его хавают. Надо было падать, на самом деле, Маркус. Было бы больше пользы от того, что ты упал, но Малина хавает. Гризи, пас на Де Пауля, Де Пауль на Пабло Барриоса. Пас в центр, сюда. Ой, ужасно. Это... Ой, это еще не красная. Офигеть. На самом деле, это чистейшая красная карта. Срыв атаки. Считай выход 1-1. Ой, хорошо. Ой, штрафной. Штрафной в мою пользу. Замечательно. Симеона выходит вместо Сёрлота. Делаем вот так. Сюда. Симеона. Ой, ладно. Деполь. Деполь выше, чем Роналдиньо. Как минимум по физухе. Ладно. Не получается. Аспи. Аспи Ликуэта. Хименес. Ой, опять. Последнюю главу в матче. И еще нет, не последний. Вот это, скорее всего, последняя глава матча. Облак хватает. Ой. Ладно, 0-0. С вами был Кай.
Снизу в описании мой соперник, подписывайтесь на него, подписывайтесь на меня. Всем удачи, всем пока, переходите в мой телеграм-канал.